Добрый день, дорогие друзья. Вот наш сруб. Закончили мы сборочные работы. Накрыли крышу. Вот такой красавец получился. Еще раз размер 5×5 основной. 2 метра вынос веранды. Получается по периметру 7×5. Рубка угла в чашу. Рубленый фронтон. А сейчас о том, как устанавливался сруб. Вот он, сруб разгруженный. Я его ранее снимал. Был видеоотчет для клиента. Полтора венца лежит. Позавчера ребята закрутили сваи. Сделали обвязку. На обвязку используем брус 150×200. Потом вот таким образом крепим лаги. На крепеж P-образный. Прикручивается анкерными болтами. Вот, и потом на все это дело собирается уже сам сруб. Отделочные работы где-то в сентябре. Сейчас будет стоять, давать усадку.